Накануне Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, госавтоинспекция провела акцию «Засветись», целью которой было напомнить пешеходам старшего возраста о том, что на переходах нужно быть особенно внимательными. Еще раз мы напомнили нашим гражданам о том, что наши люди преклонного возраста обладают уже не таким хорошим зрением, не таким хорошим слухом, переходят проезжую часть и бывают зачастую медлительными. Обращаем внимание родителям, дети, чтобы позвонили лишний раз, чтобы пожилого человека, когда видят на пешеходном переходе, предложили свою помощь и помогли перевести через дорогу. Во время проведения профилактического мероприятия пожилым людям вручили светоотражающие элементы – фликеры. Разместив этот предмет на одежде, пешеход станет более заметен для автомобилистов в темное время суток. Иду просто сама в себе, отвлекаюсь и... Поэтому мы сегодня еще раз напоминаем, что немножечко нужно сосредоточиться, подходите к дорожке, прям вот убедиться в безопасности, еще раз просто постоять. Пешеходы с благодарностью принимали символические подарки и отмечали важность проведения подобных акций. Я, во-первых, человек, который всегда за жизнь. За своей жизнью надо, если ты не подумаешь, никто за тебя не будет думать. Осторожность, прежде всего, внимательность. Кроме сотрудников госавтоинспекции, в таких мероприятиях активное участие принимает общественный совет при УМВД. Помимо фликеров, пешеходам также раздавали тематические листовки. Общественный совет УМВД России по Ленинскому городскому округу всегда с удовольствием принимает участие в различных акциях, проводимых ГИБДД Ленинского городского округа и других структурных подразделений. Социальный раунд «Засветись» продлится в муниципалитете до конца октября. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.